Из Литвы высылают российских журналистов. В список нежелательных попала съемочная группа телеканала «Россия-1». Выполняя редакционное задание, пытались взять интервью у российских же граждан, участников форума так называемой несистемной оппозиции. Собраться они решили за пределами нашей страны. Корреспондента-оператора на мероприятие не пустили. Их задержали сотрудники миграционной службы и объявили, что они должны покинуть Литву. По закону на это было 48 часов, но, по словам корреспондента, ему дали понять, что лучше улететь ближайшим рейсом. Сейчас он уже в Москве. Литовские власти сочли, что журналисты якобы представляют угрозу национальной безопасности. На самом деле в опасности были скорее репортеры. Телеканал «Россия» показал видео, на котором съемочная группа в фойе роскошного отеля пыталась взять интервью у оппозиционера Гарри Каспарова. Тот в ответ сыпал оскорблениями и почти перешел к рукоприкладству. Отличились и другие функционеры. В российском медиа решение о депортации журналистов назвали очередным проявлением двойных стандартов литовского руководства. Вся их вина заключалась в том, что они выполняли в Вильнюсе свои прямые профессиональные обязанности. В очередной раз вынуждены констатировать, что литовские власти продолжают линию на введение в стране тотальной цензуры и искоренение любого инакомыслия, о чем говорят и многие литовские политики. К сожалению, вновь полное безразличие к происходящему в этом государстве Евросоюза демонстрирует Брюссель и профильные международные структуры.